В Казани прошел открытый турнир по культуризму. 67 спортсменов показывали свои достижения и боролись за звание лучшего бодибилдера. География участников обширна, от Санкт-Петербурга и Москвы до Красноярска. Турнир наш традиционный, проводится он уже не первый раз. Накануне буквально начал считать, сбился со счета, ну, порядка уже 20 турниров проведено. Основная цель турнира – это дать возможность тренирующимся людям продемонстрировать результат своего труда. Те, кто занимается спортом высоких достижений, это попробовать свою форму в преддверии международных стартов, которые состоятся в этом году на Кипре, чемпионат мира. Принять участие в открытом чемпионате могли все желающие, как мужчины, так и женщины, а также люди с ограниченными возможностями. Требование простое – рельеф мускулатуры. Одним из участников был даже оперный певец из Самары, который вошел в пятерку лучших в номинации юниоры. Всего было 10 номинаций, в каждой был свой победитель. Среди них 3 триумфатора из Казани. Все призеры были награждены кубками и денежными призами. Абсолютным же чемпионом стал воеводин Олег из Пензы.